Вітаю вас. Актуальне інтерв'ю продовжує наш ефір. І сьогодні є в студії В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловоза ремонтного заводу. Сподіваюся, правильно назву Як тебе сказала. Називали? Ну да, в этот так, раз удачно. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Пане В'ячеслав, ну ми коли готувалися до цього ефіру, так обговорювали тему. Будемо говорити про все. Як на мене, сьогодні така про головна все хороше, або про все. Проблеми. Здебільшого про проблеми. Як на мене, то сьогодні така, ну, головна інтрига в області, хто стане губернатором. Да, конечно. Область вже тривалий час живе без керівника. Одна людина виконує всі обов'язки за всіх, і за губернатора, і за зама, заступника. Ваше бачення, чи є людина, яка могла б стати ефективним менеджером на цій посаді? Ваши думки? Знаете, людей, я думаю, достаточно много, которые, ну, с одной стороны, их немного, а с другой стороны, много, которые могут выполнять целый ряд ответственных работ. Не знаю, хочется сразу акцентироваться, вот такой момент. У нас действительно это проблема, то, что длительный период времени нет губернатора. Ну, это и показывает сегодня неготовность, ну, несовершенство нашей системы управления, которая есть. Конечно, это связано и с тем, что было, там, была разрушена одна система, вторая еще не доформирована, и формировалась она в силу таких не единого такого движения, а слишком много было векторов влияния. Поэтому в плане работоспособности системы сегодня остается, ну, она оставляет желать лучшего. Простой пример, вот если, ну, в некоторых предприятиях, я знаю, на крупных корпорациях даже есть такие тесты, если ты руководителя департамента отправляешь там отпуск на месяц, если этот департамент без него отлично работает, то есть сказал, вроде этот руководитель он и не нужен. А с другой стороны, он классный менеджер, потому что он настроил работу подчиненных своих так, что система работает, независимо от того, есть он либо нет. Можно такую ремарочку? У вас на предприятии это возможно? Вот если, например, Вячеслав Валентинович уедет на какое-то время, на полгода, не будем. Ну, учитывая то, что я какое-то достаточное время не провожу там на эфирах, на каких-то мероприятиях, оказалось, продолжает работать. Поэтому, да, еще раз, если взять, допустим, какой-то швейцарский кантон, если взять там штат, там, Техас, Калифорния, что угодно, вот там это работает, там можно, там даже президента можно убрать на полгода, на год, и страна будет жить по своим законам, практически это никак не изменится. А у нас, к сожалению, вот сейчас все происходит анархия. в ручном режиме руководства, потому что, ну, отчасти это обусловлено общим кризисом в стране. Есть, да, экономические проблемы страны, есть политические проблемы страны. Поэтому, конечно же, вот система управления, что называется, ручная. Ну, в том плане, что в ручном режиме требуется постоянное присутствие так называемых... Сегодня мы... Каждый руководитель, он, по сути, свой кризис-менеджер. Потому что если ты не можешь управлять... Если ты не являешься кризис-менеджером, то ты в этой ситуации просто не сможешь руководить. И, конечно, многие процессы в области, думаю, они так приостановлены. Действительно, все ждут... Когда же он и кто же он, главное. Хорошо, я на одном из сайтов, к сожалению, не помню, на каком, видела информацию о том, что Вячеслав Сімченко тоже подавал свои документы на конкурс. Давайте, или подтвердим, или опровергнем. Нет, это, видимо, была шутка. Вот, нет, я документы не подавал. Но, тем не менее, ваше мнение... Есть ли человек, который вот из Николаева, из Николаевской области, есть ли человек, который мог бы стать эффективным менеджером, или все-таки лучше, чтобы это был варяг, может быть, ему проще будет справиться с той ситуацией, криминогенной в том числе, о которой сейчас так много говорят, не только в области, а и в Украине в целом. Да, может быть, говорят иногда, может быть, больше, чем есть. Безусловно, ну, просто не хочется, да, переходить к каким-то фамилиям. Да, я
таких людей вижу, как и тут, в Николаеве. Люди, которые умеют управлять, которые знают, как это делать, которые знают ситуацию в городе и в области, и которые, на мой взгляд, имеют какую-то правильную ментальность, правильное представление о том, для чего человек мог бы заниматься этой деятельностью. Потому что немаловажно еще вопрос, человек должен быть достаточно, у него должен быть мотив, для чего это делать, для чего заниматься именно этой работой. Потому что работа достаточно ответственна, работа круглосуточная, да, как правило, это все-таки привязка. Такие люди, безусловно, есть. Насколько опять эффективнее ли будет варяг, менее эффективней, тут не думаю, что есть смысл делать какие-то вот такие разграничения. Опять же, все зависит от конкретного человека, независимо от того, местный он, варяг он. Понятно, что основная масса людей, безусловно, придерживается того, чтобы был местный, знакомый человек, понятный. Но я не думаю, что это должно быть, либо будет являться каким-то главным критерием. Ну, в любом случае, наследство, которое получит этот человек, кто бы он ни был, местный или варяг, ну, достаточно такое, в таком состоянии экономика области, ну, не скажем, что в хорошем. Есть ли шанс в области все-таки подняться выше по какой-то рейтинговой лестнице? Везде в стране сейчас, везде не намного лучше ситуация. Просто где-то больше пиара, где-то меньше пиара. Первое, во-вторых, разделить зерна от плевел, вот, и вот все можно расставить на свои места, то есть я тут не вижу большой проблемы. Потенциал области, безусловно, очень высок, гораздо выше, чем, может быть, некоторые даже представляют, гораздо выше, чем у других. А в чем? Что составляет вот именно этот потенциал? В первую очередь, это транзит. Транзит, транспорт, то есть это и порты, в первую очередь, да, это терминалы, это и промышленный потенциал. И тут мы подошли к вопросу дорог, которые дорог определенным образом могут тормозить без процесс. Без дорог развития не будет однозначно. Это любой учебник экономики, любой учебник истории экономики, истории развития любых предприятий, кризисных ситуаций в странах. Понятно, всегда без дорог нет все остального развития, нет инфраструктуры, поэтому это как раз такая вот та точка отсчета, с которой надо начинать. Ваше предприятие насколько завязано на дороге или к вам по рельсам? На автомобильные практически никак, только настолько, насколько. Вот он секрет успеха. Жителей города, да. Вот, когда была проблема, что мы не могли, там действительно были настолько великие ямы, что в Кульбаке невозможно было проехать. Ну, мы просто за свой счет эти ямы позасыпали щебнем, на этом частично проблему решили. Поэтому от автомобильных дорог, не знаю, там, наверное, к счастью, мы не зависим никак, поэтому работаем. Сегодня, мне кажется, такой достаточно серьезный, актуальный вопрос – это безопасность. Мы уже в последнее время об этом много говорим, причем безопасность, она как-то так вот, ну, навалилась со всех сторон. Это безопасность на улице, личная безопасность, и в том числе безопасность от друзей наших меньших. Да, вы, кстати, писали об этом в Фейсбуке. Давайте поговорим о безопасности. Действительно, да, писал не раз, потому что ситуация, как мне кажется, она уже через край. Через край, потому что если жители города боятся выйти на улицу, потому что его либо покусает дикая собака, либо его ограбят, ну, это тоже ненормально. Дошло до того, то есть что, альтернативы у людей нет. Уже общаясь с некоторыми представителями силовых структур, некоторые даже спортсмены очень хорошо развиты, говорят, что мы уже избегаем как-то таких переулочков темных, потому что действительно ситуация уже ненормальная.
И, конечно, однозначно она требует немедленного решения, потому что, ну, все просто, опять же, если говорить о собаках. Если человек опасен для общества, да, его изолируют. И все это воспринимают нормально, да? Ты там грабитель, принес кому-то вещи, все, там, суд, тюрьма. А собаки, точно так же, если они представляют опасность для общества, то их, наверное, тоже надо изолировать. Да, если собака бешеная, если она агрессивная, вот, то, наверное, ее надо как-то умертвлять. Если собака не проявляет агрессии, да, она просто вот в силу каких-то обстоятельств оказалась на улице, значит, для этого должна быть закрытая территория, должен быть там, назвать его можно как угодно, хоть гостиницей для животных, хоть приют, ну, не в названии суть, но по улицам дикие стаи собак бродить не должны. И не должен человек бояться выйти из дому, и не должен человек каждый день, идя после работы домой, испытывать стресс от того, что пройдет он сегодня мимо этой стаи собак, либо не пройдет, покусают его, не покусают. Ну, знаете, у нас как-то вот в городе бросается из крайности в крайность. Одни, и я понимаю этих людей, при том, что я сама собачник, у меня есть дома собака, и такая собака, У которая говорят, что это, меня семь собак. Ну, это же не ну, как значит, бы да, что но они должны быть опасны для людей. с одной стороны, люди в отчаянии, я действительно их понимаю, да, отстреливают этих собак, каким-то образом, может быть, даже негуманным умерщвляют. А с другой стороны, ну, кто-то же должен взять на себя ответственность и что-то Понимаете, делать с этими собаками. когда собака откусит руку кому-то из близких людей, я уверен, каждый, вот, как бы вы не любили этих собак, вот, но если, не дай бог, такое произойдет, вы своими руками задушите эту собаку и не будете совершенно думать о том, почему она оказалась на улице, как, если она вашего ребенка искусала. Зоозащитники сейчас нас будут пинали бы. Ну, можно понимать, тогда пусть они заберут их к себе, изолируют, да, ради бога. Я же не говорю, что их надо всех уничтожать, опять же. Но изолировать от общества, люди должны гулять по своему городу, не боясь того, что их съедят дикие собаки. Ну Понимаете, хорошо, когда я выход. приехал в больницу, и лежит человек, которому просто собаки живьем съели руку и съели ногу, да, ну вот давайте посмотрите в глаза этой женщине, посмотрите в глаза ее детям, посмотрите в глаза родителей, чьим детям съедают живьем руки. Вот представьте себе просто состояние этих людей. Ну хорошо, выход-то должен быть. Есть опыт европейских стран, в Ну Америке вот очень сейчас, серьезно это как-то ну, поставлена эта работа. Почему у нас бродячие никак не собаки могут? нигде не гуляют, потому что их надо изолировать, я говорю. Приют, питомник, как угодно это назвать, но должна быть закрытая территория, на которой надо их содержать. Вот там сейчас проходили выборы на очередного директора этого центра защиты. Когда не знаю, чем он там закончился, кого там избрали, не избрали. Но я надеюсь, что новый руководитель этого, для этого есть коммунальное предприятие, он должен уже как профессионал озвучить, что необходимо для этого им, как предприятию, специализирующимся на этой работе, для того, чтобы все-таки эта проблема была решена. И потому что, опять же, если сегодня эту проблему не решить, то завтра действительно будет происходить вот то, чего боятся зоозащитники. Потому что люди будут выходить и просто их отстреливать. Это действительно будет на глазах детей, которые будут получать душевные травмы и прочее, прочее. Так вот, для того, чтобы не довести ситуацию вот до такой вот крайне вот жестокого решения этой проблемы, ее надо решить сейчас и цивилизованно. Хорошо, а говоря о преступности, как ее искоренить? Что делать? Потому что область выстреливает раз за разом. У нас рейтинги просто зашкаливают. Но, опять же, в первую очередь, наверное, речь идет об уличной преступности. И я действительно тоже об этом писал. И вот полушутя вспомнил то давнишнее время, когда еще студентами, мы все ходили в дружины. Во-первых, тогда и были патрули милицейские,
То есть просто ездить на машинах по дорогам, это классно, это красиво. Красиво, да, да, это хорошо. Но это никак не предотвращает, никак не влияет на снижение уличной преступности. Потому что, ну, едет он по дороге, да и едет. А тут же рядом кого-то срывают цепочку, кого-то забирают телефон, то есть еще что-то. Поэтому я считаю, должны быть милицейские пешие патрули. Должны быть, наверное, учитывая то количество военных, которые находятся у нас, опять же, это было, это сегодня есть в других странах, и в менее развитых, и в более развитых. Тем более, мы находимся уже 2 года в фактическом состоянии войны, большое количество военных на территории. Пусть будут военные патрули. В любом случае, это определенное, ну, профилактически будет действовать и психологически на любого шалопая хулигана, если он будет идти, что видит. Да, военный патруль, он следит просто за то, о том, чтобы люди, которые находятся в военной форме, чтобы они себя достойно вели, что называется, не позорили форму. Но при этом, если они находятся в поле зрения, тоже каждый потенциальный преступник подумает, вот делать сейчас это свое действие, либо не делать. Поэтому я думаю, вот там по моей инициативе и такое достаточно расширенное было совещание со всеми руководителями ведомств, которые могут на это этом влиять, на решение этой проблемы. И я думаю, что все-таки в ближайшее время тут процесс немножко сдвинется, потому что, ну, пока других... Можно долго рассказывать о том, что полицейская реформа несовершенна, что надо время, но пока это ждать, сегодня уже хоть что-то можно предпринять. И вот первый шаг, который, по крайней мере, я вижу, и который не требует дополнительного большого финансирования, вот его просто надо организовать, собрать в кучу эти все пазлы, и уже процесс заработает. Ну, а как же городская программа «Безопасный город»? Она вообще каким-то образом действует? Камера у нас появляется новая? Во-первых, одно другому не мешает. А второе, наверное, это все-таки больше вопрос к мэру. Но однозначно камеры это очень правильный процесс, который его надо продолжать. Но там я слышал, что, по-моему, их практически ни одна из них и там и не работает, или там несколько штук работает. Удивительно. Что-то такое, да. Там, ну, не знаю, не вникал подробно в этот процесс тут. Но опять же, тут не надо изобретать. Есть мировой опыт, и нам надо делать. Не надо выдумывать, делать так, как делают во всем мире. Только комплекс этих мер может дать результат. Вячеслав Никитович, давайте, у нас осталось буквально 2 минуты. Давайте вот на серьезных темах точку поставим, поговорим серьезно. Только в раз пошел. Поговорим не серьезно, о серьезном. У вас общественная и творческая деятельность, так? Недавно вот паровозик открыли. А вы для чего это делаете? Вам самому интересно? Вот у вас внутри этот ребенок, он живой? Ну, ребенок, я думаю, он живет в каждом человеке, в каждом взрослом. Просто иногда он там очень глубоко прячется. У некоторых он, наоборот, слишком много занимает пространство. Но в каждом из нас, во-первых, пока нас, дай Бог, живы родители, все мы дети. А во-вторых, все равно вот детство, это оно всегда доброе. Честное. Тут какой-то, да, тут позитивчик. Потому что мы все в этой суете, в рутине. И действительно, мы очень много делаем глупых вещей с самым серьезным выражением лица, как говорил классик. Поэтому иногда надо делать что-то с более веселым выражением, с какой-то легкостью. Зачем? Не знаю, хочется. Когда делаешь что-то приятное, ты получаешь энергию. Да, ты генерируешь, ты что-то отдаешь, но ты же и получаешь. Это, ну, тоже подпитка энергетическая, которая, наверное, ну, не менее важна, чем любая другая подпитка. Поставив точку, вот буквально
несколько секунд паровозик закончили, что дальше, что еще будет интересного? А знаете, оно все спонтанно рождается, так же, как и паровоз, он же, так же, как и тот фестиваль, так же, как тот клип. То есть что-то все будет? Будет однозначно, однозначно. Ну що ж, будемо ставити дійсно крапку, тому що наш час вичерпано. Я дякую за те, що завітала до студії. Спасибо. Дякую за відповіді. Спасибо. Спасибо.